Всем привет, меня зовут Май-Май, и я обычная школьница. Моя жизнь такова, мой батя безработный, и мама моя постоянная заноза в заднице. Чтобы ездить в школу, у меня есть постоянный пропуск для пенсионеров, который я стырила у бати. Я самая крутая в школе, это обжора Зина с магазина. Вторая моя подруга, это актриса из «Не родись красивой». Здорово. И самая сосна, это подруга Бьюфорда из «Финиса и Ферба». Здорово, бабы. И я офигею с него, офигенный мужик. Чума, жаль, что не негр. А мне нравится. Фу, бабы, ну и вкус у вас. Ты знаешь, где найти лучше, что ли? Конечно, прям со обложки с журнала. Вот это мужики. Ладно, бабы, потом поболтаем. Сегодня я с мамой вызываю пиковую даму. Мама, ты не поверишь, я сегодня собираюсь... пиковая дама, приди. Ха, ты почему опаздываешь? Такой главный обряд пропустила. Где ты была? Ну, вообще-то я была в школе и получила все пятерки. Пошли, пиковую даму вызывать. Говорят, если она придет, будешь в чупакабру превращаться. Нарушители порядка. А ну пошли нахер отсюда, пока мы вас не кастрировали. В нашем роду все женщины были чупакабрами. И если повезет, моя дочка тоже скоро ею станет. Иди отсюда, тебе еще рановато смотреть про любовь. Ну, вообще-то там ограничение 12+. Ну и что? На, батя, попробуй мои пельмени. Ну, для собак пойдет. Да. Стоп, в смысле собак? Это ж мои сосные любовники. Какая-то реклама для стриптизеров, им что показывать больше нечего, не шоп что-нибудь нормальное. Ну, мне кажется, что нормально. Но я по крайней мере рада, что ты с такими гамадрилами не общаешься. Ха, нормас. Так, стоп, почему я забила голову всякой ерундой? Если мама узнает, я ж пиздюлей получу, мне надо уроки делать. А чем это ты тут занимаешься? Нет, мама, не читай дневнику. Тебе 12 лет, а ты порнографию рисуешь. Где-то я этого чмырку видела. В магазине, это он тебя этому научил? Нет, мама, подожди. Слышь ты, Чачен, тебе не стыдно соблазнять мою дочь? Сам порнографией занимаешься, еще мою дочь учишь? Что это за порнография у нее на столе лежит? Это моя фотография. Господи, ну почему моя мама постоянная заноза в заднице лезет, куда ее не просят? Стоп, что? Господи, я не могу так растолстеть за одну ночь от мамин жира. Что мне с этим делать? Господи, это что, жир? С чем воняет? Фу, ну и вони, скунс лучше пахнет. О, нет, моя дочь в чупакабру превратилась. Ай, какая же я толстая. Господи! Не волнуйся, доча, я иду, все будет хорошо. Да иди ты знаешь куда! Это ты мне? Нет, мама, у меня паническая атака, я чупакаброй стала. Ты главное успокойся, не все так плохо, как ты думаешь. Ну да, в роду были у нас чупакабры. А знаешь, я этому рада, на тебя ни один мальчик не посмотрит. Нет, я не хочу быть такой. Я спокойна, как бабочка. А? Да ладно. Так вот в чем дело? Я должна держать себя в руках. У меня все хорошо, я обычная красная чупакабра. Да блин, а что мне с волосами делать? Я что, и буду такой красный? Капец. Здорово. Тебя все нормально после того, как мама тебя опозорила? Фу, подруга, что это за запах? Как у скунса. Слушай, ты же нас обещала со стриптизерами познакомить. Мы ж пойдем на концерт. Нет, у меня есть другие дела, помимо вашей ерунды. Так что никуда я с вами не пойду. Подруга, закатай губу, у него есть девушка. Ты, подруга, у тебя все нормально. Мы же собирались на концерт. Да-да, у меня все нормально. Бабы нервицы, я знаю, что я страшная. Ну так получилось, что я стала чупакаброй. На что вы уставились? Ты офигенная! Да я обниму. Только один вопрос, что ты за зверь? Ну, как бы вам сказать, я красная чупакабра. Что? Это передалось по наследству от моей бабушки. Девочки, если бы вы только знали, каково быть такой, постоянно пахнуть. Ты самая лучшая в мире. Нет круче подруги на свете. В этом мире принято любить за что-то. Подростка. Да видел,
поведение своей дочери, она постоянно куда-то убегает, не ночует дома. Меня вообще перестала слушать. Жена, это твоя мама звонит. Нет, не надо, скажи, что я умерла. Алло, мамочка, привет. Ты мне вот скажи, почему наша внучка лазит по небоскребам, как горилла? Мама, ну ты нормально? У моей дочери переходный возраст. Переходный возраст в облике чупакабры. Послушайте, лучше не злите меня, я в чупакабру могу превратиться. Бабы, давайте думать, где мы будем искать деньги. Я не знаю, мои мне обещали 500 рублей дать. Ой, везет вам, моя вообще меня на домашний арест посадила и никуда не пускает, кроме школы. Эй, дамочка, что там вы там делаете, а? Ага, маленькую девочку решили забрать с детского сада, Май-майк, после урока к директору, я его сейчас уничтожу. Подруга, ты что творишь? Хочешь спалиться со своей чупакабры? Я не могу, он меня просто бесит, я хочу его сожрать. Да ладно тебе, подруга, успокойся. Превращайся в свою чупакабру. Баба, что бы там ни произошло, но мы все равно пойдем на этот концерт. Я просто буду превращаться в чупакабру, и все, мне за это будут платить. Подруг, превратись в свою чупакабру, ну пожалуйста, я хочу просто тебя обнять. Ну ладно, уговорила. Ну что, полегчало? Ой, какая ты мягкая, моя красная бомбочка. Это что там наша одноклассница? Нет, не трогайте ее. Это что, ее от нашей школьной еды так расперла? Нет, тебя увидела, вот и испугалась. Ну что, не подходите ко мне? Какая она классная! Вам что, реально понравилось? Ты офигенная, ты как медведь плюшевый, можно тебя обнять. Здорово, детки. Красный енот. Тунц-тунц. Распродажа! Да-да. Нет, негров не пускать. Ты задолбал за мной бегать, мимрик. Что я тебя сейчас сожру? А я все твоей мамке расскажу, что ты продаешь себя ради денег. Чупакабра из-за дивон. Чупакабра из-за дивон. Что вы сделаете? Изгоняем чупакабру из твоей души. Она столько принесла беды в нашу семью, поэтому тебе придется от нее отказаться. Почему не сработало? Я хочу ее оставить. Я ухожу. Нет. Вернись! Сейчас же! Неблагодарная. Ну ничего, я заставлю себя уважать. Ты чё, сбежала из дома? Я послала маму. Ты отказалась от своей чупакабры. Нет, девочки, я от нее не отказывалась. Я наконец-то поняла, что она мне нужна. А еще я поняла, что вы нужны мне. Давай превращайся в чупакабру, я хочу тебя обнять. Огромное чупакабрище. Мама? Я требую деньги назад. Дутя, ты должна нас всех спасти, пока она нас не растоптала. Особенно тебя. Почему она такая здоровенная? Превращайся в свою чупакабру. Ты неблагодарная дочь. Ты будешь сидеть у меня на домашнем аресте. Сейчас я всех раздавлю своим бампером, с кем ты дружила. Я тебе этого не позволю. Подруга, ты жива? Сейчас она у меня попляшет. Сколько раз можно повторять, мама, я взрослая? Мне не 5 лет. Что? Не нужно ходить за мной по пятам и подтирать за мной попу. Нам нужно провести ритуал, девочки, давайте. Ах ты непокорная дочь! Помогите затащить ее в круг, она тяжелая. Бабуля, ты тоже чупакабра? Мы все здесь по роду чупакабры. Доча, давай со мной. Нет, мама, мне будет лучше, если я ее оставлю. Кто хочет познакомиться с красной чупакаброй, подходите, не стесняйтесь, это моя дочь.